Я бы почувствую разницу. Ты говоришь, все как есть, яма. Яма? Да. Это таких, знаешь, как называется? Халды. Нет. Натуральная халда. Продолжим, может быть. Второе предложение комментирует подаян. Окей. Окей. Вот в переводе это значит хорошо. На русском языке. Жало, верно, через... Если что, мы на русском языке. Или как вы видите, если что. Если, ну, там и есть еще вообще, и выражение, но если что. Бейский так нас научил ехать. А, не так, например, а почему убрал Браво? Браво. Браво, браво. Браво, это вообще вообще, если так разобраться, это как бы специальное животное. Потребляемое в театральной среде. Когда вот смотрят, что... Браво! Все, ты приветствие. Но я скажу, а зачем не там брало? А вы во что? Это бураны, потому что у нас есть первопроходцы, и тунгусов, то есть тюменков, и буряны. Получилось в результате 400-летнего смешения. Получилась вот такая вот внешность. Называют их бураны. Они маленькие такие, базары, обычно смуглые, кореглазые. Китайцы, небольшие глаза у них, да, совершенно мягкие. Они вызывали первую, там в любую кафе зайдешь, там они все. Они просто просят. Так, ты мне надоело. Я уже ухал видеть. У меня не хайп. Я же вас не вызываю, что у вас Не все же в деревне жить будет, да?